проблема. Ничего не могу написать. В голове застряла дилемма. О чем я хочу рассказать? Хочу показать правду жизни и страдания в душе людей. Но не одумные мысли, как изложить умней. Можете вот просто взял, написал и спел. Но как уместить жизнь подростка, который мечтами горел? Как изложить страдания взрослых умных людей? Или чужие старания и воплощение идей? Как написать о смерти или про жизнь рассказать? Как вы влюбляетесь, как дети?